Я раз в жизни делала ни одной пластической операции. У меня нет груди от природы, я этим горжусь. У меня высокий лоб, там, к примеру, есть какие-то еще нюансы такие внешности. То есть я смотрю на девочек, которых я считаю красивыми, они абсолютно другого типажа, не такого, как я. Но при этом, при всем, ну, скажем так, деньги переделать себе у меня есть, но я этого не иду и не делаю. Я считаю себя достаточно симпатичной, харизматичной, абсолютно не жадной. Да я шучу. И мне кажется, что красота, она все равно немножечко внутри у человека. Да ты соска, я тебе говорю, я тебе клянусь. Да ты вышла, я тебе говорю, у меня это завибрировало все, я тебе честно говорю.